Господь царствует. Аминь, друзья. Бог на этом месте. Потому что это Его дом, дом молитвы. И Он глава этого дома. Аминь, друзья. Глава своей церкви, и мы являемся Его церковью. Мы Его тело. И можно настроить свои сердца. Можно настроить сердца, потому что это очень важно. Выразить почтение и уважение к Духу Святому. Аминь, друзья. Можно сейчас остановить суету, разговоры, оставить все свои мысли, потому что это время Божьей работы в нашей жизни. И Бог пришел на это место, чтобы благословить свою церковь, благословить свой народ. Самая главная задача сегодня, чтобы наше сердце было открыто для принятия Его любви. Он любит нас, Он за нас, Он благой, добрый. И Он доказал каждому из нас, когда пошел на крест. Аминь, друзья. Он пошел на крест, совершил этот подвиг, совершил эту жертву, чтобы мы сегодня с вами были сокрыты в Нем, защищены, благословлены. Иисус Христос, имя Ему, нашему Богу. И я начну со Слова Божьего. Блаженны, живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, у которого сердце, стези направлены в Тебе. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестивых. Ибо Господь Бог ей солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает блага. Господи, Ты сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Мы Его народ, мы Его дети. И Бог сегодня говорит, Ты сын мой возлюбленный, Ты дочь моя возлюбленная, в Тебе мое благоволение. Я хочу сегодня спасать, исцелять, освобождать, потому что Бог всегда, вчера, сегодня и вовеки тот же. Давайте откроем свои сердца, будем благодарить, будем молиться, потому что мы спасены от ада, друзья. И у каждого из нас есть много-много свидетельств, чтобы выразить свою благодарность нашему Творцу, аминь, нашему Спасителю, нашему Отцу. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Отец, мы приходим к престолу Твоей благодати и Твоей славы через кровь Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за милость Твою, за любовь Твою, за благодать Твою, которую Ты явил в Своем Сыне Иисусе Христе. Иисус Христос. Великий всемогущий Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты умер и воскрес, чтобы мы имели жизнь вечную, были спасены от ада, вернулись к любому Отца. Мы так благодарны Тебе, что Ты Духом Святым пришел в наши сердца и избрал нас своим храмом, что Ты любишь нас, спасаешь, исцеляешь, освобождаешь. И мы просим Тебя, Дух Божий, Дух Святой, прослави Иисуса Христа на этом месте. Спасай сегодня, освобождай, исцеляй. Являй свою любовь, а мы открытым сердцем, Господь, принимаем все Твои благословения. Мы будем петь и танцевать, потом будем поклоняться Тебе. И мы просим, благослови свою церковь своими благословениями. И пусть имя Иисуса Христа, оно будет прославлено. Давайте воздадим славу нашему Богу Иисусу Христу. Shit.